Макс Ньюс. Утро на Болткоме. Мы продолжаем «Утро на Болткоме». В студии по-прежнему я, Анастасия Смоловская, Евгения Шафранок, звукорежиссер Родион Золотарев нам помогает. И два гостя у нас в этом получасе. Это организатор театрального общества «Гипербола» Валерий Красовский. Доброе утро. Доброе утро. И актриса театра и кино, член Союза театральной деятельности России Ольга Гордейчук. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вы привозите пьесу «Вам смешно, а мне жениться», которая будет показана в Доме Москвы. Вот об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Пять актеров, среди которых и представитель нашего города тоже, насколько мы знаем. Ольга, вы из Риги. Я из Риги, да. Актера 4. Угу. Пятый человек – это наш продюсер из Санкт-Петербурга. Замечательные актеры. Сергей Выборнов. Красивый, талантливый мужчина с прекрасным голосом. Актер театра музыкальной комедии. Я, Александра Самохина, талантище, красавица, очаровательный человек. И мой бывший коллега, актер Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина, Александринского, Денис Портнов. Вот такой у нас небольшой состав. Компания. Ну вот вы назвали и все актеры из разных мест, и вообще вот театральное общество «Гипербола» – это не театр, вот как обычно приезжают, там, спектакль такого-то театра, а это такая, я так понимаю, что… Другая структура. Нет, другая структура. Ну, это антрепризные спектакли, когда собираются люди, приятные друг другу, интересные друг другу, находится тема, о чем поговорить, о чем сделать спектакль, и этот спектакль делается. А то, что касаемо Валерия Красовского… Это наш первый такой опыт, пробный камень. Мы странно познакомились, да, я бы так года сказала. Года два назад или три даже. Да, года два или три назад. Благодаря тоже творчеству познакомились. И вот его приглашение, за которое мы благодарны, надеюсь, послужит началом для дальнейшего нашего тесного сотрудничества. Но у зрителей бывает очень такое скептическое отношение к антрепризным спектаклям. Угу. Давайте, наверное, что-то в защиту скажем. В данном случае защита может быть одна. Это профессиональные люди, которые любят свое дело. Вот, наверное, основная защита. А насколько сложно, допустим, подобрать актеров, потому что вы как организация, вы просто ищете людей, единомышленников, тех, с кем можно создать тот или иной спектакль, вот как-то вы должны сойтись психологически, темпераментно и так далее. А как это вообще происходит? Вы ищете, к вам приходят, у вас какой-то, не знаю, там менеджер, может быть, есть, или как вообще вот внутренняя эта кухня? Угу. Но я в данном случае не организатор. Организатор, да. Я исполнитель. Вот давайте тогда дадим роль нашему второму гостю. Значит, ситуация, значит, как вообще мы пришли, как мы познакомились. Вот, в свое время я приходил, ну, как приходил, звонил в театр русской драмы, там, с предложением поставить пьесу. В наш театр. Да, в наш театр. Ну, отнеслись скептически, скажем так. Вот, это как бы был не их материал. Вот, и я познакомился, ну, я читаю, в принципе, тоже, да, и прочел пьесу Валентина Красногорова, да, вот немножко о нем скажу, что мы анонсом, скажем так, что 30 ноября, вот мы, надеюсь, что привезем этот спектакль Валентина Красногорова «Три красавицы», да, ну, это потом уже, вот, и познакомился с Валентином, с предложением поставить пьесу. Он был не против, я занялся подбором актеров, что, в общем-то, как бы тяжело здесь, в Риге, да, и он предложил, значит, созвониться, переговорить с Ольгой. Вот так вот мы познакомились, в принципе, и потом, ну,
что-то не получалось у нас, и Ольга предложила привести вот этот спектакль, который уже достаточно много раз ставился на сцене, порядка 20 раз, да? Нет, ну не то, что он ставился, мы его достаточно много играли, этот спектакль, вот. Что касаемо вот психологического подбора, конечно, помимо того, что это должен быть талантливый актер, вот, и еще нужно, чтобы это был человек, с которым комфортно существовать, потому что это долгие переезды совместные. Ты приезжаешь, готовишься к выходу на сцену, ты работаешь для публики. И, конечно, хочется, чтобы в этом коллективе было тебе удобно и приятно существовать. Подбор актеров у нас осуществляет наш продюсер из Санкт-Петербурга, Виктория Самборская. Она много смотрит спектаклей в театрах различных. Если кто-то ей нравится из актеров, она предлагает. А дальше уже набирается эта команда. И дальше уже актеры между собой пытаются психологически друг друга узнать, договориться. Есть режиссер, который это все объединяет. Есть идея. И если все в результате получается гармонично, получается... А бывают ситуации, когда кто-то выпадает из этого процесса, потому что вроде как все талантливые люди, но мы знаем, что талантливые люди бывают со сложностями в характере. Просто, ну, бывает, что они сходятся. Конечно, и вот кто-то, вы вроде начинаете, все хорошо, в какой-то момент понимаете, что вот кто-то не совсем подходит, ему некомфортно, вам некомфортно. Конечно, бывает. Конечно, когда бывает. В процессе это всегда сложный, болезненный процесс, потому что действительно у всех разные характер, у всех разные темперамент, да, и тоже еще человеческая мудрость найти подход друг к другу. Конечно, такое бывает. Тогда, и как я сказала, уже существует замена, и замена актера всегда, ну, такой болезненный процесс. Но в нашей вот команде из четырех человек пока таких историй не случалось. Дискомфорта. Мы все любим друг друга, уважаем друг друга и помогаем друг другу, что немаловажно. Сколько существует вот этот спектакль с таким составом? Этот спектакль год. Угу. То есть уже поездили? Это уже, не первый спектакль. Угу. Да, мы очень много проездили, играли и в российских городах, и играли в Эстонии, с большим успехом проходил спектакль. Это комедия будет? Это комедия. Смешно, это комедия. Вам смешно, а мне жениться. Автор этой пьесы — это Лилия Моцарь. Она много очень пишет для московских актеров, в том числе для Клары Новиковой. Естественно, потом материал адаптируют, да, под актеров, и Лилия не против, она утверждает уже конечный вариант. В нашем варианте ее все устроило, а дальше мы хотим радовать зрителя. Я, Настя, прошу прощения, билеты. Я хочу понять, нам тут выдали волшебную визитку, билеты вот так не купить, нужно звонить, писать, приходить, пароли, явки. Вот сейчас расскажу. Да, 6-26-83-26-13, Валерий Красовский, можно по этому телефону, или писать на e-mail v.krasovsky с y на конце, @inbox.lv. Ну вот еще дам, вот лучше вот даже вот на эти... Так. Скажем так, которые будут. А почему так сложно? Почему, да, не купить? Почему не, ну, не просто там онлайн билеты купить в кассе, ну, а вот звонки? Скажем вот так, возникли сложности, там нужно было получить статус там ПВН. Ну, это уже отдельная история. Сложная. Да, там с налоговой, ну что делать? Тогда апдейт информации 2-4-8-8-4-4-2-2. Проще номер, еще раз повторю, 24-88-44-22, можете звонить по этому телефону или писать гипертеатр@inbox.lv на эту электронную почту. И, надеюсь, завтра будет уже работать сайт hyperbola.org. И там тоже можно будет приобрести. Да, тоже можно будет, да, как бы заказывать. А давайте мы не будем материальный мир углубляться. Да, вот я хотела вернуться. Мы сделаем таким образом, что это подарок. Даже не будем слово благотворительное говорить. Вот погода радует Латвию, Ригу, вот тем, что происходит на улице. А мы хотим порадовать собой. Поэтому приходите, пожалуйста, все желающие. И будет очень интересно, что
если после спектакля вы подойдете и пообщаетесь. Мне, то есть правда, после? Да, мне правда интересно узнать, насколько это нужно, насколько это важно. Я знаю, насколько у вас прекрасный театр. Я знаю, я бываю в вашем театре, я бываю часто в Риге. Бываю... Это театр русской драмы. Театр русской драмы. Я театр очень люблю. Я знаю, какая у вас сильная, талантливая труппа. Конечно, конкуренция немыслимая. Все представляют. Мне хотелось, ну, попробовать, что, ну, вот, а, ну, давайте попробуем вот так вот. А вам смешно, мне жениться. Это вообще о чем пьеса? Это пьеса, одним словом, о любви. Как весь так. мир, о любви, о жизни. А любовь – уникальное чувство, которым Господь Бог одаривает не всех. К сожалению. Но когда оно приходит, если это чувство существует еще взаимно между мужчиной и женщиной, а потом раз, прилетает какой-то дьявол сверху и говорит, вот нужно расстаться. И люди по какой-то нелепой причине расстаются. Никто в результате несчастлив, никто не живет гармонично. Но опять-таки Господь Бог говорит, ребята, ну подумайте, прошло столько лет, но объединитесь. И вот проходит большое количество лет, и встречаются два человека, которые когда-то друг друга любили. Вот такая интрига. Естественно, не хочет рассказывать, что, как и да, о чем. Да, не надо, вот. Посмотрят. Но интрига вот такая. Вы сказали, что вы в Эстонии выступали после российских городов. Ну и говорят, конечно, тоже существует такое, не знаю, насколько правда или неправда, что все-таки прибалтийская публика, она чуть-чуть другая, чуть более сдержанная. Вы знаете, самая сдержанная публика, которую я знаю, это публика в Санкт-Петербурге. Вот когда я, например, играю спектакли в Москве, меня поражает... энергия и эмоция, которая доходит из зрительного зала. В Петербурге эта эмоция у зрителей, она есть несомненно. Я очень люблю этот город, я очень люблю этих людей, но они не показывают ничего. А в Эстонии, когда зрительный зал аплодирует стоя, а потом идет женщина в платье, которым она связала его себе сама крючочком и дарит тебе шарфики, чтобы тебе не было холодно, всем актерам. Для меня это не признак холода. И они говорят, мы бывали еще в тех городах, когда долгое время не приезжали российские театры. Вот, и сейчас это время началось. И они настолько благодарны, что мы есть, и они готовы дальше нас принимать. Поэтому об этой сдержанности я не знаю. Вы вот с Ригой связаны, а как давно в Риге последний раз играли на рижской сцене какой-либо? Я, во-первых, я работала в Рижском театре русской драмы после института. Я показывала в театре, я была принята в труппу театра. Я играла здесь спектакль, такой тогда нашумевший «Грехопадение», который поставил мой педагог и режиссер, который долгие годы был связан с этим театром, Семен Михайлович Лосев. К сожалению, уехал. Да, он уехал. Не знаю, к сожалению или нет, по-моему, он счастлив. Вот. Семен Михайлович Лосев, это был такой, ну, был очень хороший, сильный спектакль. И вот, наверное, тогда это был последний спектакль. К сожалению, тогда было не то время, когда было принято актеров приглашать в один театр, он остается дома, и он возвращается, и он играет везде. Тогда было другое время. Тогда ты должен был выбрать, куда, туда или туда. И у меня был очень сложный выбор. Не просто сложный, но для юной девочки это был выбор невозможный. Оставаться здесь, в театре, который я обожала, с театром этим связано все мое детство. Потом я показывалась, меня приняли. Это тоже был труд. Мне обещали наш директор, которого я обожаю, бывший директор уже Цеховал, Эдуард Ильич, мне
обещал большое будущее. И мне поступает приглашение поработать в Александринском театре, сыграть роль княжны Мэри в произведении Михаила Юрьевича Лермонтова. И что делать? У меня здесь все. Мама, моя многочисленная семья, у меня здесь друзья, которые до сих пор со мной. У меня здесь все, у меня здесь дом. Или уезжать туда, куда я не знаю вообще, и что будет. Роль мне предложили одну, никто больше не предлагал. Но предложил режиссер Анатолий Аркадьевич Праудин. Человеку, у которого я училась, с которым мы находили в творчестве очень быстро контакт. Доверительные отношения. Отношения. Угу. Вот, и я заканчиваю. И я выбрала, да, Александринский театр. После там, достаточно вот этого промежутка большого у вас какое-то волнение есть выйти на рижскую сцену, и это не тот театр, в котором вы играли, это Дом Москвы, это другая площадка. Да у меня не то, что волнение. На спектакль придет моя мама, которая мне всегда говорит: Оля, вот это не твоя роль. Вот это... Нет, это нет. Меня ни разу она не похвалила ни за что. Поэтому, да, это жесткая история. Поэтому как, не просто волнение, а я не знаю вообще, как быть-то. Вот. А вот когда, допустим, какой-то спектакль не идет так хорошо, может быть, он провальный, да, mm-hmm. может быть, он не очень удачный, как вот тогда, например, справиться и принимается ли решение, например, его снять, или давайте еще раз попробуем, или, может быть, не та публика, да, или что-то поменяем, или вы от него отказываетесь и двигаетесь дальше. Вы имеете в виду про конкретную, да, историю? Ну, да? То есть про, она... Не про театр, да, не про театр стационарный, угу. а про конкретную историю. Да. Ну, как, если не получается, значит, нужно его доделывать. Как? Не бросаете. Ну, так, а как? Ну, уже собрались люди, уже потратили свое время, все жесткий график, все много работают, да, уже потратили время. Ну, что-то не получилось, значит, какая-то эмоция не затронута, значит, давайте разбирать еще раз заново. Ну, честно говоря, таких историй я, ну, вот не знаю. Понимаете, всегда есть, это же наша профессия, это ведь не гол в ворота, да, здесь явная победа. Наверняка придут люди, которые скажут: ну, это ужасно. Придут люди, которые скажут: ну, это прекрасно. Вот. Кто, где критерии оценки? Что будет говорить княгиня Мария Алексеевна? Ну, если что-то не понравилось, мы стараемся это доделать. Но у нас тоже есть, мы все-таки профессиональные люди, мы тоже стараемся прислушаться еще к своим каким-то эмоциям. Другой раз бывает, еще ты не начал ничего делать, а тебе уже говорят, как это плохо, как это ужасно. Угу. Да, поэтому... Мне очень хочется надеяться, что этот спектакль примут. Когда и где мы не... Где вернее, сказали, когда... 7 июня, Дом Москвы, 19:00. Все желающие, пожалуйста, приходите, будем счастливы. До 7 июня есть у вас время еще. И телефон дней, надо еще раз сказать. Да, 2-488-4422. Можете звонить и заказывать билеты. Еще вот один вопрос к Валерию. Все-таки вы общество, которое собираете и как организатор работаете, тяжело ли с актерами? Ну, знаете, мне как-то повезло, в общем-то, договорились быстро. Единственное, так вот тянулось, были некоторые проблемы. Во-первых, я еще работал на совершенно другой работе и, в общем-то, еще продолжаю. А это, как бы, надеюсь, в будущем, может быть, и все оставшееся время. До пенсии еще далеко, но, может быть, потом что-нибудь и будет созреть, да, для более серьезных каких-то дел. Ну, а вообще, это же площадка, не все актеры видят, они потом приезжают, смотрят, там кому-то что-то может не понравиться, кого-то что-то может там не устроить. Не, ну, какие-то стараемся, скажем так, скажем, встретить, mm-hmm. разместить, отвезти. Индивидуальный, да, подход, ну, такой. Естественно, mm-hmm. как бы нужно...
по-другому никак не получается. Спасибо. 7 июня, Дом Москвы, 19 часов. Пьеса «Вам смешно, мне жениться». Сегодня одна из актрис, Ольга Гордейчук, была у нас, рассказала нам. И Валерий Красовский, организатор театрального общества «Гипербола». Звоните, пишите. Если захотите, потом на Ютубе будет видео. Сможете еще раз прослушать, если кто-то пропустил. Номера телефона и адрес электронный, по которому можно звонить и писать. Ну, а мы тоже с вами прощаемся. Сегодняшнюю программу провела Анастасия Смоловская, Евгения Шафранок и звукорежиссер Родион Золотарев нам помогал.